Добрый день, дорогие друзья! Сегодня четверг, у меня появилось свободное время, и я решила прогуляться. Я сегодня гуляю по центру. Сейчас пойду в Пале-Рояль. И вот здесь вот очень много всяких антикварных магазинчиков. Оловянные солдатики, фигурки какие-то, картины, игрушки. Ну, это, в принципе, здесь сувенирные магазины, но и много антикварных. Вот тут целые несколько стеллажей, витрины с оловянными солдатиками. Для коллекционеров тут, конечно, рай. Вот слюнями забрызгали витрину, видимо, коллекционеры. Ой, как здорово. Тут вот такие вроде открыточек панорамных, интересно. И сама витрина шикарная. Прелесть. Так, смотрим дальше, что здесь. Такие конструкторы, я знаю, у нас в России продаются. Да. Замечательно. Народу сегодня очень много, как обычно. Так, сейчас. Видимо, да, действительно много коллекционеров. Боже мой, одна штучка 95 евро стоит. Один солдатик. Я направляюсь погреться около фонтана в Пале-Рояль, посмотреть, как там себя чувствуют магнолии, потому что они уже скоро-скоро должны начать цвести. И вот я сейчас их проведу, потому что такую красоту пропускать нельзя, цветение магнолии, но еще рановато. Сейчас пока сезон камелий. А пока что вот зайду, посмотрю, что здесь хорошего. Ну, здесь, как всегда, всякая ненужная ерунда. Ой, у меня такая брошка есть с бабочкой. Вот прям точно такая же. Трубки. Ну, здесь я даже не знаю, что бы могло меня заинтересовать. Пожалуй, такие вот маленькие таблетницы. Симпатичные. А кого-то прельщает что-то другое. Так, здесь книги. Кто что? Вот кто-то за такую проволочку заплатит почти 30 евро. За носки 20 евро. Ну, не знаю. Вот за что-нибудь, за какое-нибудь лиможское сокровище мне не жалко отдать там 20 евро. А за проволочку как-то вот, ну, пожалуй, вряд ли. А кто-то думает по-другому. Как же здесь красиво. Как же здесь красиво. Моих мальчишек сюда не затащить, так что я хоть одна наслажусь прогулкой. Какие светильники, боже. Их здесь миллион, потому что здесь очень много таких вот пассажей по периметру. Каждые, ну сколько, каждые 3 метра по светильнику. Здесь очень много лавочек, мест, куда присесть. И очень солнечное место. Так, ну магнолии пока только добирают свет. Только-только, а народ уже загорает. Ну, цветы здесь круглогодично. Цветут нон-стоп. Так. Вот они. Ой. Так, тихо. Чуть не споткнулась. Нарциссы уже вовсю. Полянка. Пойду. Вон там лавочка свободная. Тоже позагораю.
Хотя, может быть, лучше к фонтану. Ну, ладно. Даже не знаю. Так, вот магнолии. Все с ними хорошо. Магнолиям еще нужно месяц, наверное, для того, чтобы полностью поспеть. Но вообще цветочки набирают уже цвет. Набирают силы. Сколько же здесь всяких сокровищ, которые интересно разглядывать. Что-то здесь, мне кажется, уже лежит десятилетиями, если не веками. В куче вот валяются часы за 6500 евро. 6500 евро. Не знаю, что за фирма, отсюда не видно. Ну, как-то они странно подходят. Вот эти вот каминные часы стоят 8000 евро. Вот там ценник. Этикеточка. Так, что-то тут вон там часики за 150 попроще. Что-то за 200. Вот эти вот карманные часы 310, 390. А пыль такая, как будто тут 100 лет никто. Эту пыль не сдувал. Так, что здесь мне нравится? Вот этот, что это такое? Это Эль Портсигар за 290. Вот этот очень красивый. Так, здесь, вот запонки по 60. Ну, странно, это же бижутерия, это же не ювелирная. Да. Вот такое вот старье. Пардон, винтаж. Вот эта картина стоит 18000 евро. 18. Ну, просить не значит продать за такие деньги. Ну, ладно. На этом я, пожалуй, заканчиваю свою прогулку. Потому что пути снимать неудобно, дергается камера. Буду идти и наслаждаться не через экран телефона, а через свои глаза. Вот. Потому что через камеру я поняла, что что-то упускаю, что-то важное. Фрагонар, кроме духов, ароматов, еще много других чудесных сувениров. Например, вышитые вот здесь вот столовые принадлежности, текстиль. Ой, какая красивая вот здесь вот пионы, ручная вышивка. Ну и цена, конечно, 900 евро, но невероятная красота. Абажуры, вышитая косметичка и такая вот штучка для бижутерии. Мило. Так, сколько же это стоит? Ага, вот 25 евро. Красиво очень. Очень мне нравится. Чудесные подарки можно выбрать в этом магазине. Помимо ароматов. И ароматы для дома. Я думала, что это не
прелесть. И какие красивые флаконы. И цены, в принципе, здесь доступные. Кошелек 55 евро. За кожаный, натуральная кожа. Сумочка 289. Вот эта красненькая, бордовая, очень красивая. Она такая не маленькая. Натуральная кожа. Симпатичная. Так. Цены очень доступные. Кошелечек 50. Так, этот магазинчик мне нравится. Надо мне как-нибудь сюда зайти. Сейчас я, в принципе, не собираюсь ничего покупать, поэтому не буду заходить. А то сейчас накинутся, начнут спрашивать, что вы хотите, что вы хотите. А я ничего не хочу, я просто поглазеть. Так, это первый арондисмент, улица Святого Анаре. Какое красивое здание. Надо мне подальше отойти, чтобы его показать. И не убиться желательно. Ух, умеет же они украшать здание. Молодцы. Так. Прелесть. Ювелирный магазинчик. Написано, что не снимать. Но, извините, это витрина для всеобщего пользования. Почему не снимать? Я не собираюсь урывать их идеи. Но хочу поделиться впечатлением. В принципе, я даже не вижу тут ничего такого супер-пупер. Вот браслетик симпатичный со змеечкой. Так, что еще хорошего? Вот эти вот сережки длинные. Но это исключительно для того, чтобы их красиво повесить или положить. Как-то они не очень смотрятся носибельными. Вот. Рожки симпатичные, листик вот этот. Ух, какая змейка. Вот эта змейка большая, очень красивая, с бирюзой. Да, вот она мне нравится из всего, больше всех. А вот это Вандомская площадь. И здесь очень много дорогущих бутиков. Louis Vuitton, Dior и так далее. Много всяких. Я, в принципе, никогда ни в один из этих бутиков не заходила и не собираюсь. Мне просто не нужны все эти вещи. От слова совсем. А площадь красивая, очень красивая. Здесь так свободно. И огромный-огромный тротуар. Ах, как здорово, когда я никуда не спешу, не тороплюсь. И можно все рассмотреть. И это счастье. Колонна такая шикарная. Давайте, проезжайте. Я не тороплюсь. Так. Первый арондисман. Самое сердце Парижа. Какое роскошное бриллиантовое колье. Шопар. И серьги вот эти круглые мне нравятся. Прелесть. А как сверкают бриллианты, огранки сердца. Красивые. Но разочек надеть и убрать сейф навсегда. Сердечко. Красота. Ничего не скажешь. Вот еще бриллиантовая история. Красиво. Так, вот этот бутик Лоншон. И у меня точно такая же сумка есть, мне муж подарила. Я уже ее целый год не ношу, потому что я не знаю, куда с такой сумкой ходить. Оказывается, вот надо надеть панамку, белую рубашку и юбку в цветочек. И куда-нибудь в ней направиться. Так, сколько здесь она стоит? 290 евро. Ё-моё. Лучше бы он мне наликом отдал. Да. Что, друзья мои, оказывается, это Елисейский дворец, тот самый, в котором много чего хорошего происходит. Вот, и кое-кто тут обитает.
Я здесь ни разу раньше не была, первый раз. И мне здесь нравится уже очень. Да, в принципе, не так много и полиции для президента, с учетом того, что это президент республики. Вот. Ну и ладно, пусть он тут работает, не будем ему отвлекать. Вот такие еще машинки можно встретить в Париже. Милота. Да, ну так и непонятно, что же там делает флаг Газпрома на верхнем этаже. Вот такая огромная очередь в новый флагманский магазин «Пассаже». У нас у ребеночка был день рождения, мы успели только-только, когда он открылся, вообще народ никого не было. Накупили всяких мечей, всяких рюкзаков, фигни всякой, в общем. И раньше этот магазин был напротив, на той стороне, где кинотеатр. А сейчас там закрыли и перевели сюда. Уже чего у нас только нет. И майки, смеси, и все на свете. Здесь их печатают, ну, наклейки делают. Ой, сегодня замечательный денек. Очень хороший. Солнечный. Теплый. Чудесный. Вот. Какой же красивый интерьер в этом кафе. Кафе называется «Сэр Уинстон Черчилль». Какой красивый диван такой уютный, столики симпатичные, здорово. Я бы очень хотела попасть в это кафе как-нибудь, и мне здесь очень нравится ресторан. Такой уютный, что прямо надо идти. Не знаю, мне здесь прям в душу мне запал. Надо идти срочно, такой милый. Вот тоже ресторанчик, вполне себе уютный, но по сравнению с тем, который я прошла 5 минутами раньше, этот не настолько уютный. Хотя тоже надо идти. Замечательно. Как же я сегодня чудесно прогулялась. Я думаю, что не скоро у меня еще будут силы на подобный подвиг, потому что я обошла весь Париж пешком. Вот. И 16-го такой кружочек через Нотр-Дам. И назад 16-й. Это круто. Но ни о чем не жалею. Так, вон и же продаются пробочки от графинчиков. Как они называются, господи? Или Бакара, или Сан-Луис. Что-то дороговато. Они хотят за одну пробку 37 евро. Вон там. Тарелочки лежат. Что-то у них все по 37. Вот такие вот фужеры для шампанского по 37. И вот такие тоже. Ну, красивые. Ух, какие дубовые листочки. Очень красиво, но можно купить дешевле, я знаю где. Так, вот стаканник 60 евро стоит. Филигранный. Что у нас здесь хорошего? Бижутерия. Ну, здесь дорогой магазин. Они, если что-то одно продадут, уже день не зря прошел. Ну, ладно, не будем тут останавливаться.